Здравствуйте! Сегодня готовим овсяное печенье без муки. В миску миксера кладем 100 граммов мягкого сливочного масла, 120 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, щепотку соли и растираем до бела на высокой скорости. Не прекращая растирать, добавляем по 1-2 яйца. Продолжаем растирать миксером на высокой скорости до получения однородной пышной массы. Печенье можно приготовить из многих видов теста – песочного, сахарного, слоеного, бисквитного. На нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Выпечка. Пироги. Пирожки» вы найдете рецепт песочного печенья, рецепт миндально-шоколадного печенья, печенье из слоеного теста и много других рецептов. Уменьшаем скорость миксера до минимума и добавляем 250 граммов овсяных хлопьев и 100 граммов орехов. Можно использовать любые орехи по вашему вкусу. Перемешиваем 1-2 минуты, тесто готово. На противень, выстеленный бумагой для выпечки, при помощи 2 ложек выкладываем тесто и формуем круглые печенья толщиной от 0,5 до 1 см. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия 15 минут. Готовое овсяное печенье вынимаем из духовки, даем остыть, перекладываем на блюдо и подаем к чаю или кофе. Вдохновения вам, удачи и приятного чаепития!